Вітаю у новій студії першого міського. Програма «Консиліум» в ефірі. І сьогодні разом з нашими експертами в студії ми будемо говорити про проблеми з зором, а також яким чином їх можна позбутися, якщо звернутися до клініки «Ексимер». Але це усе буде після того, як подивимося новини одеської медицини. Щодо захворюваності населення Одеської області на інфекції, що передаються статевим шляхом, розповіли спеціалісти Одеського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. Фахівці зазначили, що останнім часом спостерігається зменшення захворюваності на сифіліс та гонорею. Лише 322 та 278 випадків відповідно були зареєстровані минулого року. В зв'язку з цим у нас навіть сокращено 30 коек венерологічного відділення на сегодняшний день. И фактически речь идет сегодня преимущественно о заболеваниях, передающихся половым путем, не относящихся к венерическим болезням. Проте з кожним роком збільшується кількість пацієнтів з такими захворюваннями, як трихомоніаз, хламідіоз, мікоплазмоз та уреоплазмоз, урогенітальний герпес. Звісно, основною заболіваємостю ми продовжуємо наблюдати в місті Одесі, в меншій степені в районах Одеської області. Однак статистичні цифри не відповідають дійсності, оскільки поширена практика лікування таких хвороб без реєстрації. Це по-перше. По-друге, хвороба позбавлена яскраво виражених симптомів. Є і третя причина – самолікування. Недавно прилікнула інформація в Словакії, в істочних в районах вспихнула епідемія сифілісу. І там відкривають или 5, или 6 нових стаціонарів для лікування больных сифилисом. Такого не было очень-очень давно. Мы, конечно, призываем обращаться к профильным специалистам и правильно лечить эти заболевания, и, что очень важно, на ранних стадиях. Если человек чувствует какой-то дискомфорт после полового контакта, если этот дискомфорт у него, скажем так, даже самостоятельно исчезает через какое-то время, если появляются какие-то непонятные, скажем, там другие симптомы, конечно, надо своевременно обращаться к дерматовенерологам. Саме тому спеціалісти рекомендують бути дуже обережними під час статевих стосунків. Сучасні симуляційні технології як інструмент безпеки у медицині критичних станів. Саме таким було направлення конференції за міжнародною участю, що пройшла цими днями в Одесі. Захід був організований професорами Одеського національного медичного університету і проходив саме на базі симуляційних класів медичного вишу, яких, до речі, у нього 9. Врачі, студенти, все нове, що відбувається, ізучає спочатку на роботах, а потім переводить це навчання в наші університетські клініки. Таким образом, ми отримуємо компетентного специалиста, который идет в ногу со временем и может оказывать медицинскую помощь по европейскому протоколу. Что это означает? Что таким же образом, как по этому протоколу обучается в любой европейской стране, так і у нас в університеті. Конференція проходила 2 дні і складалася з теоретичної частини та практичної, тобто майстер-класів. Саме вони проходили у симуляційних кабінетах Одеського національного медичного університету. З групи учасників, якими були практикуючі лікарі, обиралися 6 осіб. Кожному з них була визначена своя роль – акушер-гінеколог, анестезіолог і тому подібне. Вони мали продемонструвати іншим учасникам та тренерам-інструкторам майстер-класу, яким чином розв'язуватимуть справжню клінічну ситуацію. Наприклад, ось ця група мала показати свої дії під час еклампсії, тобто виникнення у вагітної жінки судом. 180 на 120. Пульсил был? 98. Доза гарантил? Сейчас был фармадипин, сейчас введем гарантил. Вводите первую дозу гарантил. Окрім правильного вирішення ситуації для пацієнта, група повинна була показати роботу у команді, взаємодію лікарів різних спеціальностей. Дії групи фіксували тренери-інструктори, а також за ними спостерігали їх колеги у сусідній кімнаті. Після того, як ситуація була вирішена, усі разом обговорювали, що було зроблено правильно, що можна було б змінити, а чого взагалі не треба було робити. Ми достатньо отдаленный район до областного центра 200 километров. Помощь с Одессы едет очень долго. Вы знаете качество наших дорог, которые не всегда хорошие. И поэтому нам нужно справляться для того, чтобы обеспечить высокое качество оказания помощи нашим женщинам. Тренинг, симуляционное обучение – это
Ну, достаточно новое веяние, очень широко распространенное на Западе, в Соединенных Штатах Америки. И оно позволяет свои теоретические знания применить в достаточно, скажем так, в комфортных условиях, потренироваться, приобрести новые навычки в работе работы в команде. И это позволяет очень хорошо потом чувствовать себя в реальной жизни и спасая жизни мам і дітей. За два дні учасники майстер-класів відпрацювали більше десятка сценаріїв, а розробляли їх команда фахівці з Києва, Одеси, Вінниці, а також Парижу. Симуляційний тренінг сам по собі нічого не дає, якщо немає чітко структурованого сценарію, якщо немає в стороні одного підходу к тому, як це робити. Вот наша задача состоит в том, чтобы потихонечку разработать такой подход, и чтобы это стало стандартом подготовки врачей. Чтобы врачи, прежде чем придут к пациентке, они сначала научились, что делать, как коммуницировать, как общаться с коллегами, как общаться с пациентом, и только после этого оказывали помощь женщинам. Я надеюсь, что это позволить сохранить і здоров'я наших жінок, і їх права в сексуальному і репродуктивному здоров'ї. Слід зазначити, що приїхали на конференцію лікарі практики різних спеціалізацій з медичних закладів Одеси та області, а також інших регіонів України. Смисл цього навчання заключається в тому, що ми сьогодні качественно по-новому проводим обучение. То есть, имея это уникальное оборудование, мы не учимся на ошибках наших, которые часто очень бывают в клинических ситуациях, а мы сегодня проводим обучение наших курсантов, студентов, молодых врачей, в том числе и опытных врачей, непосредственно на таком симуляционном оборудовании. Конференція у такому форматі проходила вперше, проте, як зазначають організатори, не востаннє. Адже планується, що проведення таких тренінгів у симуляційних класах Одеського національного медичного університету для лікарів-практиків стануть традиційними. Минулого тижня велика родина Одеси збільшилася на 160 малюків. При цьому вперше за багато років хлопців та дівчаток народилося порівну – 80 одеситок та 80 одеситів, а також одна пара близнюків. Найбільша кількість новонароджених – 44. Цього разу побачили світ у першому пологовому будинку. Що ж, ми починаємо тему нашого випуску. Нагадаю, що сьогодні будемо говорити про проблеми з зором, яким чином їх можна позбутися, якщо звернутися до клініки «Ексимер». А сьогодні в студії гостями у нас стали Віктор Красуцький, кандидат медичних наук, головний лікар мережі клінік «Ексимер», а також Артур Логай, головний лікар офтальмологічної клініки «Ексимер» в Одесі. Я рада вітати наших гостей в студії. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу нагадати, що клініка «Ексимер» цього року святкує 4 роки, як вона з'явилася саме в Одесі. І якщо можна, щоб ви розповіли, які є відділення, чим займається і яким чином взагалі ця клініка вона створилася? Клиника «Ексимер» в Одессе – это одна из клиник системы клиники «Ексимер». И открыта клиника действительно в 2014 году, 4 года, как существует, функционирует эта клиника. Но еще в 2012 году начались работы по тому, как же и где же ее разместить. Изучая одесский рынок, понимая то, что клиника здесь может принести новые технологии, новое лечение, было принято решение, что это будет Одесса, и был, в общем-то, поиск помещений в начале. И в 2014 году мы успешно смогли начать работу. Клиника является клиникой семейной. То есть это клиника, которая обслуживает пациентов абсолютно разного возраста. От маленьких детей, или даже, скажем так, от мам беременных, которые потом дают нам маленьких детей, до людей пожилого возраста. И можно говорить о том, что в Одессе были пациенты, которые выполняли оперативное вмешательство, которым было за 100 лет. Таких пациентов было несколько. Клиника является несколько направлений, она имеет и такие ведущие направления, которыми занимается клиника. Это, будем говорить, детское отделение, которое
в такую выделяется отдельную часть. Это Эксимер Kids, так называемая, да, клиника, занимающаяся детками. Потом рефракционное отделение, которое является одним из лучших рефракционных отделений, я считаю, в Украине. Вот, катарактальное отделение, которое тоже владеет самыми последними достижениями офтальмологии, мировой офтальмологии. Про які ми сьогодні будемо говорити, да, також. Ми сьогодні на этом, надіюся, остановимося. І відділення лазерних методів лечення, патології сітчатки і стекловидного тіла. От такі підрозділення, вони охватують практично весь спектр пацієнтів, які нуждаються в допомозі офтальмолога. Взагалі в Україні коли з'явилася клініка Eximer? Ну, перша клініка системи Eximer появилась в 99-му году, то есть это уже 19 лет назад. Угу. Тоже, кстати, 1 марта Київська клініка буде праздновать своє 19-летие. Вот, и Одесской клинике очень повезло, потому что все уже здесь, в Одессе, запускалось по отработанным алгоритмам. Да? Большой опыт работы, большой накопленный практические какие-то моменты, алгоритмы того, как работать с пациентом и что представить лучшее, они помогли очень быстро наладить работу в Одессе. Пригласить очень высококвалифицированных специалистов одесских в основном. Есть несколько, было в момент открытия несколько иногородних специалистов, но в основном набирались одесские специалисты, которые, каждый имел очень высокую квалификацию, конкурсный отбор, и речь идет не только о врачебном коллективе, а речь идет даже о средних медицинских работниках, о менеджерах и так далее. Чи ми можемо говорити про те, що ці спеціалісти, які сьогодні працюють в одеській клініці, вони проходять підвищення кваліфікації на базі клініки, яка працює у Києві? Ну, так было в начале. Сейчас им уже не надо ничего проходить, потому что сейчас они уже достигли очень высокого уровня. Да. Но в начале, с учетом того, что специфика работы клиники все-таки она существует, клиника работала с тем оборудованием и работает, которое в государственном здравоохранении, к сожалению, недоступно. Потому, да, был момент обучения и не только в условиях, скажем, там, других клиник у нас в Украине, а обучение происходило в наших врачей і за рубежом активно. Отже, клініка вже працює 4 роки. І оскільки ви є головним лікарем клініки саме в Одесі, то до вас буде таке питання. Чи сьогодні ми можемо говорити, що все більше людей звертається з проблемами зору до вашої клініки, до якихось інших клінік? Безусловно, за это время мы заработали определенную репутацию, которая дает возможность людям оценить нашу работу. То есть 4 года – это достаточный срок для того, чтобы люди поняли, что, обратившись к нам в клинику, они получают максимальное внимание и максимально квалифицированная консультация и лечение. А чи є якісь цифри там, скільки, наприклад, за рік звертається пацієнтів і скільком ви можете допомогти? Я не можу сказати, скільки конкретно цифр, но вот если говорить на сегодняшний день по картам пациентов, да, то есть у нас номерная система, то у нас порядка 34-35 тисяч уже идет на сегодняшний день. Ну, тобто то такий великий архів. Да. Почти, ну, без малого 10 тисяч чоловік в год. А яким чином можна пояснити, що все більше людей стикаються з проблемами зору у сучасному світі? Якщо ми будемо починати от буквально з дитячого відділення, якщо раніше стояв такий діагноз, як спазм акомодації, він обычно розвивався у дітей младшого школьного возрасту. Тобто, коли йшли інтенсивні нагрузки, чтение, зрение на близком расстоянии, значит, в эти годы возникала эта проблема. Сейчас наши дети, начиная с 4-5 лет, уже пользуются гаджетами. То есть зрительная нагрузка возникает в более раннем возрасте, еще когда детский организм формируется. Это, естественно, вносит свои коррективы в детскую патологию. Что касается людей среднего возраста, те же нагрузки приводят к развитию близорукости, раннему образованию катаракт. И, кроме того, есть еще такое понятие, как рефракционная хирургия, когда
люди хотят просто заменить очки либо контактные линзы любым другим методом. То есть это тоже увеличивает поток пациентов. Что касается пациентов зрелого возраста, то точно так же катаракта молодеет, молодеют дистрофические изменения сетчатки, что тоже приводит к увеличению числа пацієнтів. Угу. Скажіть, будь ласка, які симптоми все ж таки приводять пацієнта до клініки? Ну, к сожалению, вот к нашему большому сожалению, да, угу. Вот именно симптомы приводят людей. Зачастую вот эти приводящие симптомы, они уже как бы поздно. Угу. Вот, да. То есть, конечно, в идеале было бы, чтобы человек обращался к специалисту, не только к офтальмологу, а к любому специалисту, просто с целью профилактического осмотра. И та система профилактических осмотров, которая существовала еще тогда в Советском Союзе, она была оправдана. Другое дело, что она искажалась, проводилась не так, как надо, но это было оправдано. Потому что вот в современном мире человек должен отвечать за свое здоровье сам. И он должен интересоваться своим здоровьем. Потому зачастую, когда пациент обращается к нам, он предъявляет жалобы на сниженное зрение, иногда бывает уже поздно. Тобто ви вже не в тій мірі можете йому допомогти? Є заболівання, яке, к сожалению, несмотря на всі достижения современной науки, на сьогоднішній день излечить невозможно. Це заболівання, як правило, дистрофічного характеру. Тобто, що вже, ну, дистрофік, ви знаєте, кого називають дистрофіком, чоловіка з плохим питанням, да? Тому дистрофічні змінення зі сторони глаз, в основі їх лежать теж нарушення трофіки глаза. Це невозвратимые, нелечебные, как это сказать правильно, процессы. Да? Вот, к сожалению, когда пациент обращается уже с таким запущенным заболеванием, ну, скажем, глаукома в третьей или в четвертой стадии, там погибает уже ткань, и сделать чудо и что-нибудь вернуть никакая технология на сегодняшний день не умеет. Может, в будущем мы научимся что-то делать, но пока нет. Но первый вопрос ваш был, в общем-то, в отношении какие жалобы, да? Но чаще всего это жалобы на снижение зрения. Снижение зрения у детей – это чаще всего какие-то нарушения, возможно, пока еще не органические, а какие-то функциональные. Но то, что, о чем говорил Артур Иванович, о возросших зрительных нагрузках, да, и пользованием гаджетами с маленького возраста. Вот там обычно родители замечают, что ребенок близко подходит к телевизору, потому что не видит. Опять же, не узнает там маму с дальнего расстояния и так далее. Вот это дети чаще всего эта проблема, хотя могут быть еще и такие сопутствующие проблемы, как, например, косоглазие, которое уже видно внешне и так далее. Что касается людей молодого возраста, то это снижение зрения вдаль. Это очень частая проблема. Я бы сказал, что это проблема нашего времени, проблема, связанная с тем, что у людей интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии. Механизм работы глаза заключается в том, что когда человек работает на близком расстоянии, то у него интенсивно работает так называемый аккомодационный аппарат. Это сопровождается повышением внутриглазного давления, растяжением глазного яблока, увеличением глазного яблока. И поскольку зрительные проблемы, зрительные нагрузки у современного молодого человека, они как бы постоянные, да, вот, то это приводит, как правило, к появлению близорукости у таких детей. Людей молодых это чаще всего проблема. Что касается людей среднего возраста, то где-то с 50 лет начинаются первые проблемы, связанные с изменениями со стороны хрусталиков и сетчатки, в особенности центральной зоны сетчатки, то есть появлением катаракты. Ну и что касается людей пожилого возраста, то есть людей там, где уже 70-80 лет, ну это чаще всего действительно дистрофические изменения уже не только сетчатки, это может быть и сетчатка, это может быть атрофия зрительного нерва, ну и, конечно же, такое страшное заболевание, как глаукома или же катаракта. Вот, собственно, вот такой спектр. В зависимости от заболевания... Достаточно таки великий. Конечно. Угу. Вот, в зависимости от заболевания у пациентов, соответственно, и жалобы.
Отже, зараз ми вже з'ясували, що не слід чекати, коли у вас з'являться якісь симптоми і проблеми з зором, краще все ж таки приходити у клініку з метою профілактики. А ось продовжимо ми наш випуск через невеличку паузу. А ми продовжимо наш випуск і нагадаю, що разом з нашими експертами, які сьогодні до нашої студії прийшли з клініки «ЕксМР», ми говоримо про проблеми з зором і яким чином їх можна позбутися, якщо звернутися саме до клініки «ЕксМР». І у попередній частині ми вже з'ясували, що не слід чекати симптомів і коли у вас будуть проблеми з зором. Краще звернутися до клініки з метою профілактики. А зараз пропоную почути думку інших ваших лікарів. З якими ж проблемами найчастіше звертаються пацієнти до клініки? В клініці «ЕксМР» пацієнти різних возрастних груп – це діти, це молоді люди і люди, скажімо так, возрастні. Якщо говорити о молодих пацієнтах, як правило, вони звертаються з проблемами рефракції. Це близорукість, дальнозоркість, астигматизм. Якщо це люди більш старшого віку, то, як правило, у них може бути катаракта, глаукома, проблеми сітчатки, ну і інші заболівання. «ЕксМР» займається всіми проблемами сітчатки, которые встречаются у пациентов. Но основные проблемы сетчатки бывают при сахарном диабете. Это кровоизлияние, отслойка сетчатки. Следующая патология довольно распространенная на сегодняшний день. Особенно в развитых странах, где пациенты живут долго. Это макулярная дистрофия. Макула – это центр сетчатки, куда происходит фокусировка всех лучей. И вот с возрастом при холестерине, высоком, опять же, при сахаре в этом центре сетчатки происходит нарушение питания. Вот нарушение питания называется макулодистрофией. Они бывают разные там, по виду, разной степени выраженности. В нашей практике в детском отделении клиники «ЕксМР» наиболее часто приходят к нам, к сожалению, детки с близорукостью абсолютно разных возрастов. И на первом месте сегодня это миопия. Дальнозоркость, другими словами, это гиперметропия. Астигматизм, косоглазие. Що ж, ми продовжуємо і будемо зараз говорити про те, яку ж діагностику можна пройти у клініці «ЕксМР». І почнемо з дорослих. Розкажіть, будь ласка, що пропонує клініка саме дорослим людям? Преимущество нашей клиники заключается в том, что практически все диагностическое оборудование расположено в одном кабинете, в одном помещении, что позволяет нам с максимальной быстротой и в то же время с максимальной точностью проводить все необходимые диагностические обследования. На сегодняшний день та аппаратура, которой мы пользуемся, позволяет нам снимать параметры более чем сотни показателей зрительного анализатора. То есть сюда входит проверка зрения, как с коррекцией, так и без коррекции, внутриглазное давление, строение роговицы, ультразвуковое обследование, сканирование, поле зрения и масса других еще исследований. После проведения диагностики все результаты попадают к врачу-консультанту, который может всесторонне оценить результаты диагностики, поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Зараз ви говорили про те, що уся апаратура, вона зібрана в одному кабінеті. Ми побували в такому кабінеті і зараз пропоную побачити, а ви нам ще будете розповідати, що ж це за метод діагностики, якщо можливо. Добре? Отже, зараз ми бачимо такі цікаві апарати і бабуся. Здесь производится пахіметрія, то есть исследование роговицы, производится измерение внутриглазного давления, проходит исследование остроты зрения, как без коррекции, так и с коррекцией, ультразвуковое исследование состояния внутренних оболочек глаза,
проводится ИОЛ-мастер, который дает возможность рассчитать искусственный хрусталик, в то же время получить необхідні параметри строєння переднього відділу глаза. Якщо пацієнт прийшов до клініки, обов'язково він на всіх апаратах побуває? Чи хто встановлює, яку треба, який обсяг діагностики треба пройти? Є определенний алгоритм, який включає в себе більшість апаратів, які проходять всі пацієнти, независимо від жалоб. Но есть дополнительные методы исследования, которые назначаются врачом-консультантом в зависимости от поставленного диагноза для уточнения тех или иных параметров. Ну, мы бачили дуже так багато апаратів. Скільки треба часу витрачити для того, щоб пройти усю діагностику? Вся діагностика займає порядка 1,5-2 часов, но сюда включается не только исследование на аппаратах, но и расширение зрачка, то есть требуется время для закапывания, для расширения зрачка, для того, чтобы врач-консультант мог в полном объеме исследовать состояние сетчатки, зрительного анализатора, зрительного нерва, состояние хрусталиков, то есть это требуется где-то 1,5-2 часа. Тобто лікар-офтальмолог, він також особисто дивиться у очі, так би мовити, пацієнта. Звісно, звісно. Якщо ми будемо говорити про дітей, чи щось треба додати по дорослим? Є чисто специфічні дитячі методи дослідження, да? Тому що не всякий ребенок контактен, не всякий ребенок може... Ну, все мы родители, да, знаем, что дети есть разные. Не всякий ребенок хочет делать то, чего хотим мы. Вот. И потому есть некоторая специфика. Ну, мало того, что там размер детской головки немножко другой, да, то есть там надо учитывать это и в аппаратах, есть специальные аппараты для детей, которые созданы, но и сама специфика исследований. Ребенку могут быть предъявлены не буквы, не знаки, а какие-то картинки, да, для того, чтобы в игровой форме он определил, что он там видит, там, зайчика, там, елочку или еще мы что-то. Мы зараз можем це навіть показати. Да. Якщо можна, покажіть нам, будь ласка, відео. Кроме того, есть методы исследования ребенка. Ребенок очень плохо переносит, если его фиксируют. Да? Ну, например, зараз мы бачим проверяют остроту зрения. Да. Говорили. Вот. Опять же, здесь проекционный периметр. А вот это интересный прибор. Это прибор, который определяет силы оптические глаза. Это рефрактометр ручной, если вы увидели. Вот это синаптофор для определения косоглазия, наличия или углов этого косоглазия. Вот очень интересно, да, вот я начал говорить о том, что не всякий ребенок соглашается, чтобы его зафиксировали, да, то есть вот уложить головку ребенка на какую-то подставочку, ребенок боится, пугается. Потому вот у нас есть специальные приборы, которые не требуют укладки головы ребенка. Они уловлюют. А врач держит в руке, вот вы видели этот эпизод, держит в руке прибор и сам над ребенком склоняется. Да? И вот тогда ребенок более, скажем, спокоен и позволяет сделать свое исследование. Вот такие приборы, вот авторефрактометр ручной, есть ручная щелевая лампа и, в общем-то, еще целый ряд таких приборов, которые позволяют все-таки получить ту информацию, которая необходима для исследования ребенка. Як швидко можна пройти діагностику з дитиною? Ну, практически время диагностики, оно сопоставимо. Да? Там есть, иногда требуется для детей несколько, скажем, более глубокое исследование, связанное с тем, что у некоторых детей очень сильно выражен вот это нарушение, которое называется нарушением аккомодации или там спазмом аккомодации. Да? Тогда могут быть просто применены более сильные капли, это возможно еще и закапывание таких капель, там несколько дней, возможно, не сразу же во время диагностики, с повторной потом диагностикой. Вот. Кроме того, ну вот эти 1,5-2 часа, о которых мы говорим, они включают не только саму диагностику, они, как правило, включают и консультацию врача-консультанта. Також, да? Як и у дорослых. Да. Вот обследовали взрослого или ребенка, вот со всеми этими данными, обследованием занимаются тоже в основном врачи диагностического отделения. Вот все эти данные на специальных таких
ленточках, ну, возможно, видели, показывали. Вот, врач получает эту информацию и начинает работать с пациентом уже на основании тех данных исследования, которые он имеет после диагностики пациента. Это очень помогает врачу-консультанту, потому что только по данным исследования уже можно видеть проблему. Если в процессе уже дополнительного исследования, дополнительное исследование – это обязательный осмотр еще глазного дна, чего не делается на этапе диагностики, вот, обязательно, возможно, там какие-то дополнительные методы лечения, обследования, прошу прощения, да, там, возможно, ОСТ надо сделать, возможно, надо сделать компьютерную периметрию и так далее. Врач тогда дополнительно назначает еще какие-то те методы, которые не входят в тот алгоритм обследований обязательных, да, которым, о которых говорил Артур Іванович. Артур Іванович, до вас буде ще таке питання. Ми вже бачили кабінет, де проходить діагностика у дорослих людей. Чи можуть на таких самих апаратах проходити діагностику і діти? Ну, наприклад, там 10-11 років чи ні? Окремо для дорослих, окремо для дітей? Ні. Многие з дітей проходять обслідування в тому же діагностичному центрі, де проходять діагностику і взрослі люди. То есть все зависит от возраста ребенка, его контактных, контактности поведения. То есть аппаратура, в принципе, позволяет проводить диагностику и детям тоже. Угу. Отже, ми зрозуміли, що діагностика буде проходити десь 1,5-2 годинки, будуть проходити діагностику і дорослі, і діти. І зараз пропоную ще почути думку інших ваших спеціалістів щодо того, яку ж діагностику можна пройти у клініці. Когда пациент пришел в клинику «Эксимер», в первую очередь он попадает в диагностическое отделение, где проходит комплексную диагностику, а именно определение остроты зрения на аппарате фароптер, определение внутриглазного давления. Также в клинике имеется эндотелиальный микроскоп, который оценивает состояние задней поверхности клеток роговицы, который называется эндотелий. Пентакам – прибор, который позволяет оценить возможности и показывает нам около 100 показателей по роговице. Оптическая когерентная томография, которая позволяет просканировать послойно как роговицу, то есть передний сегмент глаза, так и сетчатку. То есть когда пациент попадает к доктору на прием, он уже полностью обследован, с широким зрачком, попадает к доктору в кабинет, и доктор уже имеет возможность осмотреть, пообщаться, то есть то, что называется, собрать анамнез и предлагать ту или иную тактику лечения, все то, что необходимо для конкретного пациента. В первую очередь здесь, в этом кабинете у ретинолога, то мы с помощью специальной линзы трехзеркальной на вот этом микроскопе мы ставим линзу в глаз, и там, как я говорю, сейчас все это понимают, я вижу 3D-изображение, цветное, объемное изображение, и я своими глазами на основании своего опыта ставлю диагноз. Ну, есть дополнительные методы исследования, прежде всего оптическая квантовая томография, лазерная томография, которая дает срез нервной ткани в центре глаза по слоям. Иногда это важно. Я вижу, что есть отек сетчатки, но на какой он стадии, потому что есть разные методы лечения. Можно лазер сделать, а можно сделать инъекцию внутрь глаза специального препарата. Но там есть допуски в зависимости от толщины. Вот точно знать толщину в микробах, в микронах нам позволяет современный препарат, оптический квантовый томограф. Делается с помощью лазерного излучения. Но это основное. Ну, при глаукоме, при повышении внутриглазного давления очень важно сделать правильное поле зрения. В нашем диагностическом отделении есть возможность провести диагностику практически с любого возраста ребенка. Это будет полноценная компьютеризированная диагностика с всеми показателями данных о зрительной системе ребенка. В обычной поликлинике, либо в детском саду, в школе ребенку могут проверить просто остроту зрения по таблице. А здесь это целый комплекс. Острота зрения, измерение длины глаза, осмотр глазного дна. Он говорит, у ребеночка повышено ли внутричерепное давление, есть ли проблемы со спиной, сколиоз, сутулость, нестабильность шейных позвонков.
То есть мы можем подсказать родителям, нужны ли консультации невропатолога, либо консультация хирурга, ортопеда. Все возможности переходят в игру, потому что дети действительно маленькие, контакт с ними нужно искать чуть дольше, чем со взрослым человеком. Все методики компьютеризированы и бесконтактны. То есть на расстоянии мы можем определить данные рефракции, данные размеров глаза, все, что нужно доктору. Потом расширяется зрачок, доктор может осмотреть глазное дно, и тогда родителям становится понятно все о зрительной системе своего ребенка. И все сестры, конечно, имеют выдержку и опыт намного больше, чем для работы со взрослым человеком. Від наших експертів ми вже почули, що під час діагностики визначається дуже багато параметрів і застосовується найсучасніше обладнання. І от до вас в мене буде таке питання. Прозвучав термін томографія. Ми знаємо, що є комп'ютерна томографія, є магнітно-резонансна томографія. Невже для того, щоб визначити проблеми з зором, також застосовується томографія? Так, звісно. Це прибори сіті, називаються. Різні производителі этого прибора с разными возможностями. Этот прибор позволяет с помощью, как уже сказал Александр Иванович, очень хорошо рассказал, с помощью лазерного луча исследовать не только, кстати, сетчатку, а позволяет точно так же послойно исследовать роговицу. Вот, причем можно получить очень тонкие данные, микронные данные толщины роговицы, толщины роговичного лоскута при рефракционных операциях. То же самое касается сетчатки. Ведь раньше мы оценивали степень, скажем, изменений в сетчатке по чисто визуальным каким-то. Там, доктору казалось, что есть отек или нет отека. И был он, или это доктору казалось. Сейчас это объективно можно определить с помощью OCT, когда мы получаем красивую цветную картинку, где можно не только определить, что есть этот отек, а его локализацию, его распространенность, в каких слоях сетчатки он находится, или же какие-то проблемы в роговице. Да? Потому это очень важные, действительно, новые методы исследования, которые позволяют получить и уточнить диагноз. И это потом влияет на лечение? Естественно, мы более целенаправленно, Александр Иванович об этом говорил, что когда мы локализуем проблему, понимаем степень ее уже распространения этой проблемы, мы понимаем, какой метод лечения мы должны применить. Или здесь достаточно будет какого-то консервативного вмешательства, или вплоть до хирургического вмешательства. Отже, таким чином ми дуже плавно перейшли до лікування. І зараз знову пропоную почути, які ж методи лікування застосовуються у клініці від наших експертів. Начинаем всегда с самого простого. Ребеночек попадает к нам, и мы стараемся консервативно помогать. К примеру, если к нам попадает ребеночек с косоглазием, мы начинаем диагностику, провели, подобрали очки, затем это подключается аппаратное лечение. У нас есть большой аппаратный зал, в котором мы проводим лечение детям с близорукостью, со астигматизмом, дальнозоркостью и косоглазием. Наши аппараты мы постарались подобрать наиболее максимально новейшие, для того, чтобы производить лечение на высшем техническом уровне. Близорукие детки, мы стараемся сейчас делать уклон на линзы ночного ношения, которые называются парагон. Это на сегодняшний день наилучший способ приостановить прогрессирование близорукости. Что оно себя подразумевает? Дети не пользуются очками или дневными контактными линзами, одевают лишь на ночь специальные твердые линзы, но с утра до вечера при этом имеют стопроцентное зрение. Этот способ как коррекции, так и способ лечения. Результаты положительные. За 2-3 года у детей стабилизируется близорукость. Конечно, зависит все от возраста. Чем меньше ребенок, тем длительнее этот процесс. Чем старше ребенок, там ребенок 15 лет, мы можем за год уже стабилизировать близорукость. С 2014 года более 700 детей в клинике «Эксимер» пользуются данными линзами. При заболеваниях сетчатки это лазерные методы лечения и консервативные методы лечения. Лазерные методы лечения – это коагуляция сетчатки или лазерная стимуляция. И консервативные методы лечения, что подразумевает различные уколы или инъекции, и таблетки и так далее. На сегодняшний день в клинике проводится
лазерные коррекции, это эксимер лазерные коррекции с фемтосопровождением, это экстракции катаракты, факоэмульсификация катаракты или золотой стандарт современного лечения катаракты, это фемтолазерное сопровождение катаракты. Вот существует у нас специальный прибор с очень коротким импульсом, ях-лазерный деструктор, на котором мы имеем возможность лечить вторичную катаракту. Вот у меня на сегодня 3 пациента записано со вторичной катаракты. Отже, ми вже зрозуміли, що є консервативне лікування, є оперативне лікування, але більш детально разом з нашими експертами в студії про них ми поговоримо у наступній частині. А ми продовжуємо наш випуск і нагадаю, що сьогодні разом з нашими експертами в студії ми говоримо про те, яким чином можна вирішити проблеми з зором завдяки клініці «Ексимер». І нагадаю, що сьогодні у нас в студії Віктор Красуцький, кандидат медичних наук, головний лікар мережі клінік «Ексимер», а також Артур Логай, головний лікар офтальмологічної клініки «Ексимер» в Одесі. І зараз ми будемо говорити про лікування. Я пропоную все ж таки почати, якщо можна, з дітей. Ми вже почули у попередній частині, що спочатку все ж таки йде консервативне лікування. Чому саме воно? Дело в том, если мы возьмем наиболее частую патологию у детей, то, что я говорил, спазм аккомодации. Короткозорість? Нет. Спазм аккомодации, ее можно назвать как ложная близорукость. То при повышенных нагрузках вблизи спазмируется мышца, которая отвечает у нас за зрение на разных расстояниях. Вот при спазме этой мышцы возникает как бы ложная близорукость. И почему мы рекомендуем проводить диагностику детей независимо от возраста? Потому что только диагностика позволяет распознать, это действительно спазм аккомодации, либо это близорукость. Лечение совершенно разное. Если мы при спазме аккомодации назначаем очки, мы вгоняем ребенка в близорукость. То есть спазм аккомодации имеет определенные методы лечения. Это, в частности, вот то, что говорил наш доктор, это аппаратное лечение. О, то есть... У нас якраз є відео, ми можемо подивитися і більш детально будемо розповідати. Покажіть, будь ласка, нам відео лікування. Это зал аппаратного лечения, где в игровой форме проводятся занятия в виде компьютерных игр, в виде компьютерных нагрузок. То есть максимально старается сниматься этот спазм аккомодации. При помощи аппаратного лечения также происходит укрепление одного глаза, если есть разница между зрением правого и левого глаза, для того, чтобы добиться стойкого результата и зрения бинокулярного, то есть зрения двумя глазами. Также есть определенные программы, которые позволяют снизить угол косоглазия, либо избавиться от косоглазия вообще. Ну, для мене дуже дивно, що завдяки тому, що дивляться телевізор, грають у комп'ютері, тим самим покращують зір? Да, есть такой прибор, он называется амблиокор. Это очень интересный прибор. По сути дела, снимается энцефалография, да, то есть на голову ребеночка одеваются такие шлем такой с датчиками. И это особенно эффективно у детей, которые еще не могут понять, что от них хочет доктор. Да? Вот он еще не может работать полноценно с компьютерной программой. Вот. И тогда ребенку предлагается смотреть мультфильм на экране. Да? Если ребенок смотрит мультфильм внимательно и работают оба глаза и зрительный центр, энцефалограф это определяет, он показывает ребенку фильм. Если ребенок отвлекся или перестал работать глазом, ну, скажем так, проленился, да, сразу исчезает картинка. Потому для того, чтобы опять он хочет видеть этот мультик, он опять включает своего. То есть происходит тренировка глаз, как правило, тех глаз, которые называются ленивыми глазами или амблиопичными по-умному. Вот, происходит тренировка у детей,
которые еще не могут понимать, что от него хочет врач на компьютере, но это детки маленького возраста. Вот. Кроме того, в таких залах производится еще и тренировка вот этих как раз амблиопичных глаз на разных-разных аппаратах. И иногда удается достичь очень хороших результатов. Приходит ребенок, допустим, максимально возможное зрение с максимально возможной коррекцией, там, ну, скажем, 40% всего-навсего. Пройдя 10 или 15 курсов такого лечения, можно достичь 100% зрения. И чем раньше это лечение, это очень важно, чем раньше это лечение назначено, тем эффективнее оно в результате. Да? То есть, если мы начнем этого ребенка с амблиопией лечить уже там в 14-15 лет, эффект будет не такой. Если мы этого ребенка лечим в маленьком возрасте, с самого начала, даем коррекцию зрения, даем такие курсы аппаратного лечения, мы достигаем очень хороших результатов, и потом уже можно с этим ребенком решать дальше, что с ним делать, чтобы убрать его, там, скажем, близорукость или астигматизм или еще что-то, дальше уже рефракционные какие-то вмешательства. И еще одно, на чем бы я очень сильно хотел сделать акцент, это то, что начал говорить Артур Иванович. К сожалению, возможности детских кабинетов, поликлиник, они очень ограничены. Но, по сути дела, будем говорить правду, там ничего нет. Да? Ребенок приходит, констатирует, что у него, ему констатирует доктор проблему, но помочь, честно скажу, нечем. Да? Вот, потому это как бы оно есть, но его и нет. И очень важно является еще то, чтобы, если у ребенка все-таки есть какая-то проблема со зрением, чтобы не терять время, а обращаться в хорошо укомплектованные, хорошо специализированные глазные клиники. Тобто там, поставили проблему и почали лікувати. Где можно ее решать. Угу. Вот. И еще один такой момент. Призываю всех родителей, никогда этого не делайте. Не идите со своим ребенком сразу в оптику и не начинайте с подбора очков. Вот. Потому что в оптиках, как правило, не расширяют зрачки ребенку. Очки, подобранные ребенку без предварительного обследования, они будут заранее выписаны неправильно. Я призываю всех родителей, это просто вы своему ребенку не помогаете, а вредите. Вот если доктор провел обследование на широком зрачке, и после этого только спустя пару дней проводит подбор очков, это еще куда ни шло. Но если вы пришли, вам посмотрели у прибор, даже пусть умный и красивый, пощелкали и подобрали очки, считайте, что на 95% вы сделали плохо для своего ребенка. Також ми почули від вашого лікаря, такий, ну, для, як для мене, новий метод лікування – нічні лінзи. Якщо можна, ну, коротко ще прокоментуйте. Значить, ці лінзи розроблені іменно для того, щоб ізбавити чоловіка від ношення очків або лінз в дневне час. Йде річ в основному, звісно, о дітях, тому що це має не тільки скажем так, косметический эффект, ну и лечебный. Но есть одно условие такое, что линза должна находиться на глазу не менее 10 часов. Угу. То есть для пациентов более старшего возраста, которые сидят в компьютере, либо любят проводить время на свежем воздухе, это, к сожалению, неприменимо. Эта линза позволяет, то, что вот говорили наши коллеги, она позволяет не только стабилизировать зрение, но и дает определенный комфорт для стеснительных людей, скажем так. Якщо ми будемо говорити про оперативне лікування, в яких випадках все ж таки, ну, треба його зробити? У дітей? У дітей. У дітей. Ну, чаще всего это идет речь о исправлении косоглазия. Угу. То есть то, что не удается достигнуть путем консервативного лечения, да? Значит, если сохраняется угол косоглазия, значит, он устраняется оперативным путем. А також буде оперативне лікування протягом одного дня? Да, конечно. То есть после проведенного лечения, хирургического лечения, пацієнт уходит домой. И потом несколько дней приходит к нам на осмотр, на лечение.
Дуже дякую. Дуже дякую. Якщо ми будемо говорити про дорослих, яким чином там обирається лікування? Консервативне, оперативне? Ну, все це залежить від патології. От. І, в общем, понятне діло, що є ряд дистрофічних змінень, яких я вже говорив, які требують... Лише оперативного лікування? Наоборот, консервативного лікування. А, лише консервативного. Тобто, да? Дати дополнительне питання туди, де його не вистачає. Но все-таки у нас клиника хирургическая, и я хотел бы сделать акцент на хирургических методах лечения. Угу. Вот, и если позволите, с учетом того, что у нас время немножко ограничено, я бы хотел больше рассказать о тех методах лечения, которые уникальны для наших клиник. Да? Там, где, ну, потому что есть виды лечения, которые могут оказывать и другие, а есть те уникальные методики, которые используем только мы. Давайте про уникальные вот методики давайте поговорим. Начнем с обычной рефракции. Вот мы уже ушли с детства, перешли в следующую группу, это рефракционное отделение. Чем характерна работа нашего рефракционного отделения? Мы не только можем помочь пациенту избавиться от там, близорукости, дальнезоркости, либо астигматизма. Но мы, как говорил уже Артур Иванович, каждому пациенту проводим около 100 тестов различного характера. Да? Обязательно рефракционному пациенту необходимо проводить исследование с исследованием роговицы, потому что на современном этапе большинство все-таки хирургических вмешательств по поводу проблем рефракции, они проводятся на роговице. Очень важно, чтобы в клинике, которая этим занималась, был прибор, который называется кератотопограф. Да? Есть эти приборы разных производителей, мы никому сейчас рекламу не делаем, но рефракционная клиника, она не может существовать без кератотопографа. Вот. И такие кератотопографы самых таких последних, скажем, выпусков, они присутствуют в наших клиниках. И важно это очень для того, чтобы не навредить пациенту, потому что если у пациента, скажем, недостаточно толстая роговица и идет усиление рефракции там, в нижних отделах, это может быть начальным этапом такого серьезного заболевания, как кератоконус. И такому пациенту рефракционное вмешательство противопоказано. Mm-hmm. Вот. Потому будем говорить, что у пациента все хорошо. Что мы можем ему сделать? Практически весь спектр современной рефракционной хирургии, который существует в мире, я не стесняюсь об этом говорю, наоборот, с гордостью об этом говорю, он присутствует, в частности, в одесской клинике «Эксимер» в рефракционном отделении. Мы можем проводить обычную, стандартную эксимер-лазерную коррекцию, которая проводится методом то ли ласик, это лазерный инситу кератомилезис, то ли ФРК, фоторефракционная кератэктомия, то ли ихними модификациями, которые по-разному, по-умному называются. Но я говорю о том, что стандартными, потому что они уже 30 лет проводятся, проводятся и в других клиниках, и потому на этом мало останавливаюсь. Да. Но вот что мы можем еще предложить пациенту, то, чего больше никто в Одессе, по крайней мере, предложить не может, это мы можем предложить так называемое фемтолазерное лечение, вот, фемтолазерную коррекцию. Что это такое? Это использование лазера определенной длины, который заменяет практически все механические этапы, которые происходят при стандартных методиках лечения. Да, то есть при стандартном методе лечения, допустим, когда коррекция проводится с помощью метода ласик, специальное устройство, которое называется микрокератом, оно врезается в роговичку, там такие осцилляции лезвия происходят там, несколько тысяч в минуту, вот, и они расслаивают роговичку, открывая ее как консервную баночку. Все это только на высочайшем техническом уровне. На идеально ровной поверхности проводится фемтосекундным лазером. Что это дает? Просто... Ми зараз, я трошки переву, ми зараз можемо показати відео, як це виходить. Це фемтосекундний катаракт. Це фемтосекундний якраз лазер. Дело в том, це не той лазер, про який ви зараз говорили. Ні. Ну, принцип майже такий самий. Принцип роботи фемтолазера одинаковий абсолютно. Угу. Да, то есть фемто – это...
определенная длина луча, да, которая работает путем, не производится разрез ткани, а производится расслоение. То есть там еще идет нарушение межмолекулярных связей. И если вот это расслоение ткани не расслоить, а оставить, то вот этот воздух, который образуется, пузырьки воздуха, рассасывается, на том месте ничего не остается. Да? То есть если мы произвели фемтосекундное расслоение роговицы и не подняли лоскут, то завтра мы не будем видеть, что там что-то было, этот лоскут уже, в общем-то, как бы не функционален. Что дает такое, ну, возвращаемся, все-таки показали сюжет по катаракте, а мы возвращаемся к пока что рефракции. Что это дает? Это дает возможность получить максимально возможную остроту зрения, контрастность. Потому что давайте вспомним старые телевизоры. Помните, раньше в черно-белых телевизорах была кнопка «Контрастность». Можно было ее настроить очень контрастно и видеть красиво, четко. А можно было расстроить, и все было так в полутумане. Да? Мы получаем минимум всяких светорассеяний, которые у нас, у медиков, называются аберрациями, которые снижают качество зрения. Мало того, мы можем применять фемтосекундный лазер у пациентов, где обычно механическая операция не может быть проведена, ну, скажем, в силу очень тонкой роговицы. Или же очень крутой роговицы, когда ее форма очень крутая, и фемтолазер – это единственный метод, который можно применить, если такой пациент хочет сделать коррекцию. То есть это то, чего пока что, ну, мы первыми в Украине это вообще начали делать. Правда, это было в Киеве уже 5 лет назад, больше уже 6 лет назад. И с открытием Одессы такой лазер был поставлен в Одессе. Он был второй в Украине, который вот делал фемтолазерные операции. Сейчас появилось еще в двух клиниках такие лазеры, но мы были здесь первыми. Вот. И теперь переходим к катаракте, да, если позволите, потому что опять же буду говорить о том, чего можем сделать только мы. Ну вот был сюжет из фемтокатарактальной операционной с помощью фемтолазера катарактального. Мы уже были у нас в передаче здесь, когда мы с вами говорили о фемтосекундном лазере при его применении в катаракте. Но что это опять же дает? Нагадаем нашим врачам. Да. Все те механические этапы, которые раньше врач делал руками, да, которые были... но зависели от многих обстоятельств и были менее прогнозируемы, сейчас мы можем с помощью фемтолазера выполнить на высочайшем уровне, на высочайшей точности. Что это? Вот, во-первых, доступы внутрь глаза выполняются фемтосекундным лазером. То, что мы раньше делали, ну, образно говоря, механически с помощью специальных алмазных либо одноразовых лезвий. Это формирование так называемого переднего капсула рексиса. Это та дырочка в передней поверхности хрусталика, через которую потом мы отсасываем содержимое хрусталикового мешка. Вот. Это дробление самого ядра хрусталика на части. Это мы тоже раньше выполняли механически. Да? Сейчас же лазер нарезает, как пиццу, этот ядро хрусталика, и с помощью специальных отсасывающих устройств мы удаляем содержимое. Все это очень точно, все это очень прогнозируемо. И так, как хочет сделать доктор. Да? Вот, эта машина, ей задали программу, она работает по программе. В результате мы можем не то что получить очень высокие результаты, действительно лучше, чем когда мы это делаем механически, мы еще и можем в таких ситуациях ставить линзы премиум-сегмента, для которых очень важно, чтобы был центральный капсул рексис, для которых очень важно, чтобы не было так называемых, вызываемых доктором путем разрезов астигматизма и так далее. То есть линза сидит идеально в таком капсульном мешке. Не всегда получается, к сожалению, руками это достичь Зубы такого день. Положения. То есть это тоже то, чем мы можем заниматься и занимаемся на сегодняшний день очень широко. И я уже, коли я так взял на себя монолог, Артур Иванович скучает, то уже добавлю еще один такой момент, который очень важен на сегодняшний день. Это то, что фемтолазерное сопровождение, так называемое, в наших клиниках «Эксимер» выполняется без дополнительной платы для пациента. Это очень важно, потому что сама фемтосекундная установка, она очень дорогая. Вот, и
большинство, да не большинство, а все клиники, кроме наших, на сегодняшний день практически удваивают стоимость операции, вот, применяя фемтосекундные лазеры. У нас это сопровождение происходит за такую же цену, как происходит обычная фак-эмульсификация катаракты. Артур Іванович, до вас питання. Ми вже бачили, що ви проводите таку операцію. Наскільки часто можна її використовувати саме у ваших пацієнтах? Ми вже говорили в предыдущих наших програмах, що є определенные противопоказания. То есть противопоказания заключаются, кроме того, что есть противопоказания в строении глазного яблока, то есть это помутнение роговицы, различные этиологии, через которые лазер просто не может проникнуть внутрь глаза. Это узкий зрачок по тем или иным причинам. Кроме этого, еще особенности строения черепа. То есть узкая глазная щель, которая не позволяет наложить вот этот лазерный кон, лазерную присоску. Как это не смешно, но большой выдающийся нос, который тоже мешает этому. То есть есть определенные противопоказания для того, чтобы мы могли использовать фемтолазер абсолютно для всех пациентов. Якщо говорити про те, скільки ж доводиться проводити таких операцій саме вам у вашій клініці, скільки це? На сьогоднішній день процентів 60 ми проводимо операції з применением фемтолазерної установки. Знаю, що сьогодні ви до нас прийшли саме після операційного дня. Да. Скільки сьогодні було операцій? Сьогодні було 7 операцій, з них 5 з використанням фемтолазера. І оскільки у нас залишається не так багато часу, ваші побажання нашим телеглядачам. Давайте почнемо з вас. Звісно, я хочу, во-первых, поздравити всіх сотрудників клінік «Эксимер». Вот с тем, что клиники «Эксимер» Одесской, в частности, с тем, что вот у нас своеобразный юбилей. Во-вторых, я хочу одесситам пожелать, чтобы они обращались в нашу клинику, чтобы они понимали, что это клиника мирового уровня, что они там получат не только точный диагноз, а получат тот вид услуги, который им нужен, и на уровне, который может быть проведен в любой частной клинике, где хотите, не в Соединенных Штатах, в любом европейской стране, нигде больше не делают того, что делаем мы здесь в клинике «Эксимер». Потому, естественно, что я хотел бы, чтобы это одесситы понимали, что даже процент какой-то везения, счастья для одесситов в том, что в Одессе вот 4 года существует такая клиника. Артур Иванович, ваш? Я хотел бы пожелать всем здоровья. Всем, без исключения, большого здоровья. Ну, а тем, у кого возникают такие проблемы, пожалуйста, обращайтесь, мы будем рады вам помочь. Всех вылечим, как в этом фильме, да, вот знаменитом? Отже, сподіваюся, що ми були корисні для вас. Наші експерти в студії дуже детально і ретельно розповіли і про діагностику, і про лікування, і про ті методи, які застосовуються саме в клініці «Эксимер». Молекулярні біологи створили нову вакцину зі стовбурових клітин, яка, так би мовити, вчить імунну систему боротися одразу з декількома видами раку. Учені успішно випробували її роботу на мишах. Вакцина складається з суміші стимуляторів імунної системи і стовбурових клітин, частково виведених з ладу за допомогою радіації. Її біологи ввели в організм декількох десятків тварин і приблизно через тиждень імплантували в їхнє тіло культури клітин раку грудей. Вакцинація виявилася надзвичайно ефективною. Пухлини повністю зникли з організму 70% тварин через кілька днів після операції, а у решти вони помітно зменшилися у розмірах. Команда спеціалістів вперше відновила легені, які були пошкоджені, використовуючи власні стволові клітини пацієнта. Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів Сполучених Штатів схвалило перший аналіз крові для виявлення струсу мозку. Новий аналіз здатен визначити рівень двох білків, які вивільняються з мозку у кров і вимірюються, як правило, протягом 12 годин після травми голови. За результатами тесту лікар може прийняти рішення, чи слід проводити комп'ютерну томографію для підтвердження черепно-мозкової травми. Вчені розгадали, чому люди з хворобою Хантінгтона значно рідше страждають на онкологічні захворювання.
Ген, який відповідає за ураження мозку, допомагає організму виділяти природні ліки від раку. Як пояснили дослідники, молекула – ідеальний убивця будь-яких пухлинних клітин. Ми ніколи не бачили нічого більш потужного ні серед природних речовин, ні серед синтетичних протипухлинних препаратів, зазначили керівники дослідження.